Ну а лидером по явке среди промышленных территорий Якутии остается Ленский район. 33% – это 11 тысяч избирателей, они уже проголосовали. Отмечу, что в 2012 году в это же время голоса отдали лишь 16% ленчан. Наш корреспондент Светлана Балеева расскажет, что делать, если здоровье не позволяет прийти людям на участок. Для тех ленчан, которые не могут самостоятельно прибыть в помещение для голосования по состоянию здоровья, после обращения по звонку в свой избирком организован выезд комиссии на дом. День выборов сопровождается культурно-массовыми мероприятиями. В рамках проекта «Моя школа» во всех образовательных учреждениях района проходят различные мероприятия. Организованы концерты, выставки и ярмарки. В нашей школе очень много творческих людей, поэтому сегодня мастер-классы по вязанию, мастер-классы по работе с бумагой, мастер-классы по работе с продуктами, значит, с красками. В общем, очень интересное мероприятие в таком интерактивном формате, поэтому мы приглашаем всех жителей нашего города посетить наше мероприятие. В Доме народного творчества с 11 часов и до 4 часов дня работает мобильный центр здоровья. Все желающие могут обратиться к специалистам центра, измерить артериальное давление и уровень сахара в крови. В течение дня будет проходить фотоконкурс «Якутия выбирает». За самые креативные фотографии тоже можно будет получить подарок. В этот день избиратели от 18 до 24 лет, голосующие за президента России первый раз, могут получить подарки. Об этом лишь нужно будет сказать членам комиссии.